Всем доброе утро. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Мой инстаграм я оставляю, подписывайтесь тоже. Я вас приглашаю в новый выпуск. Сегодня будем гулять по снежному Краснодару. Я не знаю, что там наверху происходит, но мне кажется, какая-то системная ошибка. И люди, которые живут давно в Краснодаре, они говорят, что ну такого прям не было. Ну серьезно. Посмотрите. Это кадры с нашего балкона. Сегодня выпал снег сантиметров 30-35. На улице 0 градусов, он, естественно, тут же потаивает. Видите, на дорогах прям сразу каток образуется. Мы сегодня хотим поехать в самый лучший парк, кто-то говорит, России, в Краснодарский, Галицкого. Погулять там, посмотреть, как там все засыпало. Там на самом деле должно быть очень красиво. Ой, слышали? Это вот падает снег. Поэтому я вас приглашаю тоже в это приключение, потому что, например, у Настеньки зимней обуви нет, у меня зимней обуви нет, есть только у пацанов. Как мы будем там проезжать с нашей коляской, тоже неизвестно. Сейчас нужно еще почистить машину, сугробы на машине просто жесть. Сейчас я вам еще с другого ракурса покажу. Вот, смотрите, я перешел сейчас на другое окно. Просто гляньте на кондиционер. Ну сколько здесь? Ну сантиметров 35 точно есть. Сейчас выйдем на улицу, у нас вот стоит под окном машина, вон она в сугробе. Будем ее чистить и заодно посмотрим. Ой-ой-ой, еще бы выехать оттуда, кстати, о птичках, да? Вот такая вот южная зима. Красиво снег лежит на деревьях, но тем не менее, учитывая, что это все сразу тает, это слякоть, гулять в такую погоду не очень-то и приятно. Обалдеть, гляньте, что у нас творится. Это вот я вышел из подъезда, чтобы почистить машину. Ну просто дискач. Очень много нападало за эту ночь. Гляньте, какие сугробища. Да уж. Смотрите. Сейчас дойдем до нашей машины. Да, хорошо, хоть вот дороги прочистили, но опять-таки... Сейчас как будет прикольно выезжать. Вон машина вся в каком снегу. Ту-ру-ту-ту-тун. Жесть. Просто жесть. Ай-яй-яй. Охренеть, какая шапка. Так, надо сейчас запустить там этот предпусковой подогреватель. Ты даже... Сложно представить, сколько по времени займет чистилка моей машины, но это очень долго. Хотя на улице ветра вообще нету и прям тепло-тепло. Это, конечно, хорошо, но есть в этом во всем минус, потому что на дорогах сразу мокро. И в обычных кроссовках, как у меня, конечно, не погуляешь. Просто трындец. Еще же ладно почистить, потом из этого сугроба надо будет выехать. Я надеюсь, у нас это получится сделать. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это да, все обледенелое. Ой, я не могу, а. Вот прикол. Честно говоря, тут буквально минут 5, но я уже запыхался, потому что я еще чищу полностью проход, чтобы можно было нормально выехать и нормально моим сесть. Но делаю это все просто обычной щеткой. Вот видите, вот так я прорыл себе дорожку, чтобы можно было бы хотя бы нормально ходить. Сейчас буду откапывать уже непосредственно. Смотрите. Офигеть. Ну сколько здесь сугробы? Вот я сейчас вот так вот засуну. О! Вот так вот. Да, сантиметров 35 точно есть. Просто капец. Самое сложное, конечно, это почистить крышу. Потому что, во-первых, скользко здесь. Ноги разъезжаются, во-вторых, непонятно, дело сугробы. Ну и плюс, конечно, вообще до середины крыши даже щеткой нереально достать. Да уж. Смотрите, какие сугробы. Я в шоке, конечно.
Да, красотища, конечно, вообще нереальная. Сугробы, ну, мне кажется, для юга тоже какие-то нереальные. Ну, 30-35 сантиметров, ну, вы сами все видели, это, конечно, мощь. Мы уже вот все выехали, едем в парк. Мы выехали уже вот на основную дорогу, покажу вам состояние дороги. Ну, сами видите, это вольный лед. Поэтому ехать нужно очень-очень аккуратно, учитывая, что много кто в Краснодаре на летней резине катается. Это, конечно, вау. Хорошо, что у нас машина на зиме и на шиповке. Приехали и припарковались. И хочу сказать, что здесь бесконечная красота. Смотрите, все в снегу, а в парке все деревья в снегу, и они все подсвечиваются даже сейчас. Но мы ехали, вот эта вот пиролиния вся светится. Сейчас туда переместимся, покажу поближе. Мы сделали два шага, и я просто не могу не показывать вам эту красоту. Смотрите, все елки усыпаны в снегу, и снег, он очень сильно липкий, он лежит. Прилепился, так, о, его даже трясешь, и он не падает. Так, ладно, сейчас будем переходить дорогу. Вы посмотрите, какой кайф. Сейчас обязательно мы поднимемся на дроне, потому что с дрона это выглядеть будет еще бомбически. Ну вот мы уже и перешли. Смотрите, какие внимательные, даже до мусорки прочистили дорожку, чтобы никто ничего не выкидывал. Ну и ловите эту зимнюю прекрасную сказку. Какая красота! И самое главное, что снег здесь по-настоящему белый. Он не серый, как, например, ну, в Подольске, да, буду сравнивать с Подольском, где мы жили. Гляньте, какая красотища! Вон пацаны на сноуборде едут на своем. Я не видел, я прям сборка. Молодец! Отлично! Вот постоянно, приезжая в этот парк, мы открываем для себя что-то новое. Вот как-то в выпусках я говорил, что здесь единственный туалет находится аж в конце парка. Вот, я вас обманул. Потому что сейчас мы увидели, что есть вот еще туалет. Это самое начало парка. Прям вот дорога, вот он туалет. Так что, если кому надо, знаете, куда теперь идти. Дорожки все прочищены. Вообще, руководство парка потрясающе работает. Хлопс, и сразу, видите, как классно, все убрано, все красиво, все прекрасно, все шикарно. Туда нельзя? Охранник нам сказал, что нужно доску оставить здесь. Вход дальше в парк с санками, с ледянками, с досками запрещен, представляете? Вот, и Артемка брал, чтобы здесь погонять, но, увы, у него это не получится сделать, что будет ходить пешочком, пешочками, ножками и наслаждаться красотой. Посмотрите, ангелочки, которые светятся, они и сейчас светятся, они засыпаны снегом. Вау, это мы. Так. Охранник сказал, запрещено сюда проходить санками, с ледянками. Потому что это не парк для катания. Смотрите, все светится, и все в снегу. Я не знаю, вот камера вряд ли передаст всю красоту, которая сейчас здесь. Это невероятно. Снег настолько липкий, что он даже лежит таким же большим слоем на канатных веревках. Видите, там где скалодром. И парк, наверное, там дальше тоже весь усыпанный. Вы только посмотрите, как он чудесно лежит. Даже на самых тоненьких веточках лежат сугробы. Вот это потому, что очень влажно, видимо. Его просто очень много. Прям открытый снег на кустах. Да, что скажешь, Настенька? Зимняя сказка. Зимняя сказка. А дальше я хочу вам показать лотосы, которые все снимают и фотографируют
когда здесь тепло, они светятся, да они сейчас светятся. Вот можно разглядеть, видите, желтые лампочки там горят. И весь водоем, естественно, замерз. Красота неописуема. Как тут красиво, друзья. Посмотрите эти осенние деревья. Это, по-моему, дуб, судя по листочкам. Они все в снегу. Гляньте, какая красотища. Ну, конечно, не обошлось без кого-то, кто провалился в эту кашу. Я надеюсь, наши не повторят сейчас это дело. Подошли, конечно, очень близко. Если вы думаете, куда поехать на выходных, либо на недельке, обязательно сюда доедьте, потому что вроде как сегодня, завтра, да и в принципе всю неделю будет вот такая погода. И здесь безумно красиво. Снег липкий. Здесь, конечно, можно поиграть в снежки. Вон, видите, и все, и снежочек. Туда мы его сейчас отправим. О, лед пробил. Это больше не лед, а такой ледяной кисель. Ну, какова красота. Это вот эта греческая инсталляция. Такая из проволок сделана. Смотрите, как ее снегом накрыло. Выглядит вообще по-другому, конечно. Очень красиво. Так, детки кричат, конечно. Главное, чтобы не разбудили ни Мирончика сейчас. А то наша прогулка достаточно быстро завершится. Ну и вот мы дошли до нашего любимого места. Озеро с форелями, которое в деревьях безумно красивых. А сегодня это еще выглядит красивее. Смотрите, какую возможность создали для того, чтобы можно было пройти. Видите, проход круговой. И рыбки. Все, конечно, это есть. Все там. Видите, какая красотища. Дойдем сейчас вместе с вами до этого прудика. Вау, красотища. И вот они, рыбки. Все на месте. Класс, а? Вы же помните нашу маленькую традицию купаться зимой в водопадах? Здесь водопадов нету, но есть снег, так что погнали купаться. Подожди, заново, блин, у меня что-то ключи от машины. Вы же помните нашу маленькую традицию даже зимой купаться в водопадах? Здесь водопадов нет, но есть огромные сугробы, так что погнали купаться. Все, вставайте. Что, Бонни, поплыли? Куда поплыл Артем? Вроде не надо его лизать. Желтый не лежит, только желтый свок. Ну, вроде неплохо, да, так искупались. Я думал, будет поглубже, а я прям локтями воткнулся в дно. А вот они, пингвинчики. По-настоящему в своей природе, видите?
Все в снегу, на них снег, вокруг снег. Ну и, конечно, это тут бесконечная красота. Вот есть такие деревья, не знаю, что это за деревья, смотрятся великолепно в снегу. Здорово, что получилось. Такая вот зимняя сказка, максимально беленькая. Здесь уже конец парка. Здесь вот вход в амфитеатр. Мы сейчас туда пойдем. Сверху там должно быть безумно красиво. А вот здесь вот за забором начали строить, как мне написали, что продолжение этого парка. Так что совсем скоро мы увидим новые объекты в этом потрясающем месте. Надеюсь, что это правда и действительно это будет так. Ну какова красота. Я вот сюда уже поднялся. Видите, какая толщина сугроба. Я надеюсь, сейчас здесь откроется вид волшебный на этот амфитеатр. Не так здесь многолюдно, как, например, там, где форель. Значит, нам удастся сделать на снегу красивую фотографию. И сосны какие. И вот они ступеньки. Я, конечно, дальше уже идти не смогу, так как я с Мирончиком. Вот. Но я думаю, что вид, конечно, вам понятен. Классно. Все трибуны, сидушечки засыпаны снежком, и над ними такие вот безумно красивые деревья. Красотища. А вот здесь, посмотрите, здесь вообще на самом деле пруд. И сейчас вообще непонятно. Стоят стульчики, на которых всегда можно посидеть, но сейчас они засыпаны снегом. Этим огромнейшим слоем. Обычное время сюда пришел, сел, водичка, все так красиво. А сейчас просто сугробы. Потрясающее время в Краснодаре. Мы, конечно, не такую южную зиму себе представляли. Но это все равно, ребятки, классно и потрясающе. Какая интересная инсталляция здесь стоит. А здесь... информация про это. Это называется геолокация. Представляете, нержавеющая сталь, скульптура, доля секунды сдавшая в металле. Это объект отлитый. Панорама типа 360 градусов. О, прикольно. Это, короче, здесь на нем отображена вся панорама. Покатай, пожалуйста. Вся панорама парка именно с того места, где вот он установлен. Я очень надеюсь, вам зашла наша прогулка. Зашел этот краснодарский снегопад. Вот такая вот у нас в Краснодаре зима. Уже не первый раз выпадают такие сугробы. Вчера снега не было, сегодня вон сколько навалило. И мы воспользовались этой возможностью и погуляли в этой зимней сказке. И вам непосредственно тоже показали. Лайком подкрепляйте. Пишите комментарии, как вам, как вообще у вас погода в ваших городах. У нас сейчас 0 градусов, ну, как вы поняли, снега очень много. Мы с вами прощаемся и увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!